кто собирается сегодня тонуть и при этом будет кашлять, предупреждаю, что мы спасать не будем. Также напоминаю, граждане отдыхающие, что ношение маски даже в море не спасает вас от солнечных ударов. Так что носите кепочки, чтобы вы мне были здоровы. Граждане взрослые отдыхающие, следите за своими детьми отдыхающими. Особенно за теми, кому исполнилось 17 лет, чтобы в следующем году не следить за внуками отдыхающими.